Уважаемые коллеги, уважаемый президиум, ну, мне гораздо проще было делать презентацию, так как известно, что на сегодняшний день нет таких четких данных, убедительных данных о том, что адъювантная терапия в сегодняшнем алгоритме лечения больных почечно-клеточным раком с высоким риском, она существует. Но, как вы известно, что адъювантная терапия при раке почки, она исследуется достаточно давно, имеет более чем 50-летнюю историю, и были препараты, иммунопрепараты, лучевая терапия, гормональная химиотерапия. Все эти исследования не показали преимущества адъювантного режима у данных больных. Ну и в начале 21 века начались исследования уже таргетных препаратов. Некоторые исследования завершились, а их на сегодняшний день уже три. Я скажу про это третье исследование. Есть исследования, в которых закончены активные фазы, есть исследования, в которых идут наблюдения. И вот все же я остановлюсь на препаратах ингибиторов иммунных контрольных точек. И на самом деле самое главное, считаю, что вот как раз и мы все же надежды возлагаем вот на эту группу препаратов. Ну, исследование СТРЭК, о котором Борис Яковлевич подробно говорил, я не буду останавливаться на нем. Да, все больные светоклеточным раком, 100%. Мы видим, что 12 месяцев преимущества безрецидивной выживаемости у больных, которые получали СУТН по сравнению с плацебо, но, опять же, Борис Яковлевич говорил про общую выживаемость. Медиана не достигнута, я согласен, но если же сравнить те данные, которые есть на сегодняшний день, они незрелые, мы видим, что общая выживаемость в обеих группах одинакова. Если взять прием препарата 12-месячных и эти же 12 месяцев увеличения безрецидивной выживаемости, то мы видим, что вот такое увеличение времени до прогрессирования, полученного от адъювантной терапии с унитидибом, оно было эквивалентом времени, затраченного на прием препаратов. При этом разница в общей выживаемости не отличалась. Таким образом, больной получал 12 месяцев препарата, он получал все эти нежелательные явления. Там, большинство больных отмечалось третьей-четвертой степени. Стоит ли было принимать таргетную терапию в течение 12 месяцев? Ну, исследование ЩУР, которое было доложено ранее, сунитинип против сорафениба и плацебо, исследование отрицательное. Мы видим, что и выживаемость без прогрессирования, и общая выживаемость, они были хуже, существенно хуже в группе лечебных по сравнению с плацебо. Особенно при стратификационном анализе мы видим, что у больных только светлоклеточным раком, видите, плацебо на 12 месяцев была длительность до прогрессии больше, чем тех пациентов, которые получали сунитинип и сорафениб. Ну, если сравнивать, опять же, эти два исследования, основное отличие то, что АЩУР – это 80% светлоклеточный, СТРЭК – 100%, но еще риск рецидива. В исследовании АЩУР больные со стадии Т3 и Т4 – это 64%, в исследовании СТРЭК – 92%. Ну и важный момент – редукция дозы. В исследовании АЩУР больные, которые получали сунитинип, там по условиям протокола возможно было снижение дозы до 25 мг, в исследовании СТРЭК – до 37,5%. В обеих исследованиях отмечались нежелательные явления третьей-четвертой степени, процент их составлял более 60%. Ну и важный момент, на который надо остановиться, то, что в исследовании АЩУР почти 80% досрочно завершали лечение в исследовании. Таких больных в исследовании СТРЭК только было 28. Ну, если посмотреть европейские рекомендации, это последние редакции, то мы видим, что краткое изложение доказательств. Адъювантная терапия цитокином не улучшала выживаемость после нефректомии. Адъювантная терапия с утентом улучшала безрецидивную выживаемость в одном из исследований, но не в общей выживаемости после нефректомии у больных с высоким риском. Рекомендации. Сорафениб не рекомендовать. Не рекомендовать адъювантную терапию с унитибом после хирургического лечения. Степень низкая. Ну и таким образом, основываясь на вот этих двух исследованиях, которые завершились, группа по разработке лечения рака почки оценила качество доказательств, соотношение вреда и пользы, предпочтение больных и затраты. Наконец, группа, в том числе представители общества защиты пациентов, проголосовала и приняла консенсусное решение не рекомендовать адъювантную терапию при почечно-клеточном раке с высоким риском после нефректомии. Ну вот еще одно исследование, данные, которые мы буквально получили позавчера,
абстракт был опубликован на сайте. Это исследование Protect, сравнение позабониба в дозе 800 мг против плацебо, больные только светлоклеточным раком. Ну, в этом абстракте также были наши центры, в том числе из Омска, из Барнаула. Но я бы хотел предысторию рассказать, что в январе этого года было на сайте компании Novartis опубликован пресс-релиз, в котором было сказано, что это исследование адъювантотерапии почечно-клеточного рака не было достигнуто первичной конечной точки, и препарат позапониб не будет рекомендован в адъювантном режиме. Данное исследование будет представлено на одном из предстоящих медицинских конгрессов. Через месяц эти данные были удалены с сайта, и вчера, буквально позавчера, эти данные я оценил, и можно сказать, что 75% больных, которые получали плацебо в начале исследования, снижалась доза до 600 мг. Далее, при первичном анализе разницы в этих исследованиях, в этом исследовании между группой плацебо и группой позабониба выявлено не было. А вот при вторичном анализе мы видим, что снижался на 31% риск рецидива у больных, которые получали позапониб в течение года в дозе 800 мг. То есть, а если взять всю подгруппу больных и со снижением дозы, и с 800 мг, то мы видим, что риск снижался на 18%. Но опять же, эти данные первичные. Доклад будет озвучен на конгрессе АСОКа буквально через 2 недели. Возможно, там какая-то новая информация будет. Ну, еще исследование СОРС, где сорафениб, известный для вас препарат, который уже не показал свою эффективность, в этом исследовании уже закончена активная фаза, и сейчас идет последующее наблюдение. 2 исследования препарата оксетинип и препарата эверолимус. В исследованиях 3-й фазы еще идет набор пациентов, и результат, я думаю, будет не ранее, чем через 5 лет. Но мы все знаем, что ингибиторы иммунных контрольных точек в адъювантной терапии, они просто врываются в наши рекомендации, в нашу повседневную практику, и в том числе эти препараты будут исследоваться, точнее, они уже исследуются в этом контексте. Ну вот исследование Мошин, и в этом исследовании участвуют также российские центры, атезолизумаб с параллелением с плацебо. Но здесь интересный момент, что в это исследование будут включаться не только больные почечно-клеточным раком, а также пациенты с саркоматоидным компонентом, а также больные после метастазэктомии. Еще одно интересное исследование, но здесь уже, видите, есть и неадъювантный режим, то есть пациенты получают ниволумаб, 2 инфузии, операция, далее 6 инфузий ниволумаба. В этом исследовании включаются больные и не светлоклеточным, и светлоклеточным раком. Еще 2 исследования, которые стартуют буквально на днях и прошли уже стартовое совещание по исследованию Keynote-564, пемброзолимаб против плацебо. Опять же, в этом исследовании будут также включаться больные после метастазэктомии. И 2-е исследование – Checkmate, ниволумаб с ипилимумабом против плацебо. В этих исследованиях также будут участвовать российские центры. Ну и в заключение хотел бы сказать, что до настоящего времени только 1 исследование STREC показало преимущество адъювантной терапии при почечно-клеточном раке, выживаемость без прогрессии, но не общей выживаемости. Необходим более глубокий анализ клинического и морфологических материалов при планировании адъювантной терапии, в том числе проведение молекулярно-биологической стратификации. Целесообразно проведение исследований с инновационным дизайном, таких как Prosper, Stampede, Alchemist. Ну и перспективы использования чекпоинт-ингибиторов адъювантной терапии при почечно-клеточном раке многообещающие, но нам нужно дождаться результатов крупных рандомизированных клинических исследований. Благодарю за внимание.